В Доме культуры «Заречный» состоялась встреча председателя Совета депутатов городского округа Щелково Марии Тарасовой с жителями. Традиционно основные вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. На выездном приеме жительница микрорайона ЖБК обратилась с предложениями по благоустройству территории, а также улучшению транспортного обслуживания. Отремонтировать во дворе одного из домов спортивный объект попросил житель с улицы Полевой. Решения будут приняты по каждому предложению и каждой просьбе, заверила председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова. Эта встреча прошла с участием ее помощника Алексея Рыжова. По традиции на прием пригласили руководителя Ассоциации председателей Советов МКД в округе Наталью Евсееву, которая всегда может дать квалифицированный ответ на вопрос жителям.